Смотрите, друзья, когда мы едим пищу, в нашем организме в конечном итоге она должна превратиться на газ и воду, разложиться. Когда мы поедаем сложные структуры, такие как мясо, рыбу, яйца, хлеба, там всякие приготовленные, вареные, бла-бла-бла-бла-бла, все это мы едим. Такая еда отнимает энергию твоего, энергопотенциал в твоем теле. Ни способности, ни мозговой центр не работает в полную силу. Тогда где же логика? Где же логика у людей, которые знают, что вся еда в конечном итоге превращается на воду и газ? Почему нам всем втюхали, что нам нужна эта еда, которая особенно пропагандируется? Нам нужен конечный результат. Конечный результат – это воздух и вода. И они уже в готовом виде существуют. Вам не надо на них тратить деньги. Хотя скоро уже, подождите, воду мы уже давно покупаем. Но то, в той покупной воде, кстати, в бутылочных супермаркетах, минеральная вода – это отрава. Не покупайте ее. И за воздух скоро придется платить. Когда вам откроют правду и скажут, что мы вас надули. Еда, которую мы вам впихивали с помощью тонны диетологов, медицины, которая оказывается ложная, оказалось, не нужна вам эта еда, как виду. То, что у нас есть желудочный, кишечный тракт, дело в том, что это рудиментарные органы, которые активизировались, открылись вследствие того, когда человек захотел получить удовольствие от еды, но есть он стал не по нужде, потому что тело не строится из мяса, из белка, который вы... Наши ткани не строятся из того белка, который вы потребляете. Наши ткани строятся при условии, если тело очищенное, то наши ткани строятся из воздуха. Фрукты – это на ступеньку ниже, чем, конечно, ликвидарианство, питание соками, водой, ниже. Ликвидарианство ниже, чем питание праной, воздухом. Но это лучше, чем то, где сейчас людишки болтаются, барахтаются и не имеют ни сотой доли того потенциала, которым обладают их тела, их мозги, их сознание. В таком теле мозги и сознание не могут раскрыться, не могут. Поэтому и мучаются люди болезнями, которых не существуют. А все болезни – это в результате ложных знаний, в результате того, что насадили это питание грязное, ненужное твоему телу, а уж твоим мозгам подавно. Поэтому, если ты хочешь узнать правду, приходи в мой телеграм-канал, ссылка в шапке моего профиля, а я пошла, позанимаюсь спортом.